Он бык, а она? Корова. Корова. Правильно, смотрите. Он тигр, а она кто? Тигрица. Конечно. Ученик 1 А класса 170-й Самарской школы Влад Арташонов пришел на урок грамотности вместе с одноклассниками. Рассказывает, что уже умеет писать не только печатными, но и прописными буквами. Знает много интересных стихов и поговорок. Как хорошо уметь читать, не надо к нему приставать. Быть грамотным – это очень важно. Учиться первокласснику помогают родители и бабушка. У меня средний внук учится в 10-м, отличник, красный аттестат, идем на медаль. Надеюсь, что и это тоже. И класс очень сильный, очень умные детки, и это прям вот видно. Конечно, я уделяю все внимание ему. Учитель, отличник, который у меня, она сказала, 4 года надо просидеть рядом. У нас дома парта. И мы рядом, поэтому надеюсь на успех. В библиотеке номер 11 для школьников провели интерактивную игру «Мой родной язык». Дети приняли участие в литературной викторине. По словам заведующей библиотекой Ирины Тихоновой, такие мероприятия прививают детям любовь к чтению. Если человек будет грамотно писать, читать ту литературу, которая действительно учит многому, ведь, как говорят, читайте классиков, да, чтобы писать правильно и без ошибок. И действительно, это давно признанный факт, кто много читает, тот грамотно пишет. Но, я повторяюсь, грамотность – это не только это. Грамотность – это прежде всего наша культура, культура чтения, культура разговорной речи. В рамках интерактивного урока дети также повторили пословицы и поговорки – ответили на загадки и посмотрели фрагменты из мультфильмов. Августина Охременко, Григорий Плешаков, «События».